Глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретился с участниками специальной военной операции и их семьями в фонде «Защитники Отечества». В ходе встречи обсудили вопросы поддержки участников спецоперации, их родных, предоставления социальной помощи и медицинской поддержки. А также звучали вопросы о получении земельных участков для многодетных семей. У нас есть заключенное соглашение с Раменским районом, Воскресенским районом. Там выделяются земельные участки многодетным, их тоже большое количество. И понятно, что это не наша территория, но это рядом, это, условно говоря, меньше 100 километров от Москвы. Владимир Волков отметил важность службы защитников Отечества для безопасности и благополучия общества. Участники операции и их родные поблагодарили за внимание и поддержку, которую они получают от муниципалитета. Коммерческих частных структур разрабатывают беспилотники. Это очень полезный опыт пообщаться с человеком, который напрямую, да, от нашего государства. И я считаю, что нужно проводить такие встречи как можно чаще. Это очень классно. И без проблем можно задать вопрос, который тебя интересует. Мой муж находится уже 2 года на СВО. Я не знала об этом фонде вообще. Даже не представляла, что есть такие люди, которые могут помочь мне очень. Я очень довольна, что такой фонд вообще существует. Вот буквально вчера мне помогли получить справку 2 НДФЛ, которую я не могла получить 2 недели. Ну, гаджет, да.